Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас небольшой ролик на тему модернизированного в моем исполнении, модернизированной в моем исполнении оснастки вертолета 2 узла. Не знаю, как ее назвать в моем исполнении, но вот как бы корни пошли от этого. Мне некоторые вещи не устраивали в классической этой оснастке, поэтому я под себя ее видоизменил. И, в общем-то, она приносила мне серьезные трофеи, и я ей очень доволен. В последнее время, наверное, все грешат на то, что рыба стала либо меньше, либо она хитрая, как угодно. Я думаю, что и то, и другое, потому что информации достаточно много, что карп, который накалывается в карповых рыбхозах, уже перестает кушать, и он боится, понимает, либо берет очень нежно и аккуратно. Ну, как бы рыбку мне такую жалко, поэтому я стараюсь, в общем-то, не ловить в рыбхозах. А если я ловлю, то забираю. Вот, поэтому сегодня я хотел рассказать об этом узле, но сейчас камеру переведем на ближний такой вот, чтобы снимали мои руки, как я это вижу, ну и за кадром, соответственно, я буду рассказывать и показывать. Ну вот, господа, давайте вначале подготовлю поводок, показываю, как я это делаю. Ну, крючок навязал, конечно, таким огроменным я редко ловлю, в основном это 14-е, 16-е номера, 12-е, если лещ крупный. Но вот смотрите, что делаю. Я всегда на свою оснастку прикрепляю бусинку из пенопласта. Кто-то мне написал, советует из пробки от бутылки вырезать. Ну, тоже приемлемо, да, и, соответственно, если все работает, как кому нравится, тот, в общем, так может и делать. Пенопласт, единственное, что я крашу в черный цвет, значит, сначала ставлю для пенопластовой дробинки вот такой стопор. Протягиваю. Дальше пенопластовый шарик с уже подготовленной дырочкой. Ну, соответственно, дальше здесь у меня сжалось. Ну, дальше, я думаю, понятно, что точность такой же. Стопорочек насаживаю. Да, ну и стопорю пенопластовый шарик двумя стопорами. Расстояние стараюсь сделать примерно от всего поводка. Поводок у меня, как правило, я там выше скажу, да, дальше. Ну, вот, допустим, если этот поводочек 50 сантиметров, то я, соответственно, делаю примерно 25 сантиметров от крючка пенопластовый вот этот шарик останавливаю. А дальше уже играюсь им. Чуть ближе поднимаю, либо чуть дальше. Ну, соответственно, дальше у меня оставшиеся 2/3 поводка, да. Ну, и здесь вяжу стандартный узел для крепления поводка. Обязательно не забывайте мочить слюной. Здесь обрезается. Так, поводок готов. Ну и дальше сама оснастка. Значит, делаем практически похоже на патерностер. То есть это мы делаем крепление, вяжем крепление для кормушки. Отступаем примерно, ну, 30-35 сантиметров. Дальше обрежем просто и двойной узелочек для крепления кормушки. Опять же, при вас я не мочу, но вообще смазывать слюной обязательно, потому что леска перегревается при затяжке. Ну и, соответственно, при слюне она будет, узел будет более долговечен. Мы получили отводик для кормушки. Еще момент. Крепим кормушку. Вот такая маленькая хитрость, может быть, кому-то это известно. Чтобы кормушку быстрее снять, попытайтесь вот это лассо петли полностью не затягивать на самом верху. Оставляйте его вот здесь чуть ниже, да, чуть ниже самой металлической защиты, ну, этой самой скобы, как это правильно назвать, не знаю, вертлюжка, верха вертлюжка. В общем, мы получили вот
такой крепеж для кормушки. Дальше я отступаю метр. Вот отматываю полностью метр. И здесь можно даже чуть больше. И здесь также складываю пополам и вяжу для поводка фиксирующий узелочек. Вот такой. Я его вяжу, как правило, вся эта оснастка, я вяжу на леске 0,24 и выше, потому что на более тонких лесок это путается. А так нет. То есть этот отводик, он получается из жесткой лески, достаточно толстый, да, как раз такой, что он как бы отводит чуть-чуть поводочек, для того, чтобы он не перекручивался. Второй момент. Если у кого, может быть, некачественная леска или еще что-то, или леска с большой памятью, то вот этот отвод мы можем сделать то же самое, как несимметричные петли, то есть косичку заплести и подвязать здесь, и можно сантиметров 10 его сделать, тогда будет совсем замечательно. Ну, соответственно, дальше мой поводочек я креплю петля в петлю, ну, как стандартный, да, продеваю. Сделайте это чуть-чуть побольше, чтобы прошел шарик пенопластовый, да, ну и, соответственно, вот в таком виде. Но здесь у меня болтается, здесь, соответственно, стопор будет. Второй он болтаться не будет. Вот, в общем-то, такая вот оснастка, она не хитрая, достаточно уловистая. Все, кто читает мои какие-то отчеты, они видят, каких я рыбок ловлю. Я думаю, что многие хотят таких же. Поэтому вот моя оснастка такая. Ну вот, господа, все увидели, да, посмотрели, как это вот мой рецепт. Посмотрите, может быть, кому-то он подойдет. Мне он подходит. Я действительно вам говорю абсолютно на полном серьезе, что паттерностером я все меньше и меньше пользуюсь, как и несимметричкой, и симметричной петлей, и инлайном, только, в общем-то, на карпа практически, да, хотя и карп сейчас начинает в полводы вставать часто. Может, с погодой что-то связано, не только рыбе, в общем-то, и Господу Богу это можно знать. Но, тем не менее, из 10 рыбалок 9, вот такая оснастка мне приносит результат достаточно серьезный. При том, что большинство рыболовов, действительно, большинство подавляющих рыболов я действительно перелавливаю в этом отношении, а многие вообще с нулем. Именно на патерностерах. Это не говорят, я не хочу сказать, что кто-то там не умеет ловить и так далее. Нет, ну есть и такие, как бы, все по-разному, что называется, да, но я считаю, что здесь вопрос именно оснастки. Поэтому попробуйте. Повторюсь, она не путается, будет путаться, есть какие-то виды изменения. И попишите, я вам расскажу, как можно сделать. Можно отводик небольшой сделать от несимметричной петли. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ставьте лайки обязательно. Для меня это ваше спасибо мне. Пишите в комментарии, что еще нужно осветить. Ну, соответственно, я расскажу, либо отвечу, либо сниму ролик. Всего вам доброго и до новых встреч.